Дочь, папа когда встает рано, она потом не может вообще целый день. Новогоднего? Я этого... Не зевать. Я тоже. Тоже зеваешь постоянно? А когда хорошо просыпаешься, не зеваешь? А когда плохо, зеваю. Тогда зеваешь, да? Сяв маму, да? А ты всегда? О, нет! Что делаешь? Иглаешь. Иглаешь? Во что иглаешь? Ну, говори нормально. Зомби. Зомби? О, зомби-зомби. Ну, передай хоть всем привет. Всем привет. Да, опять мы в машине, как обычно, все у нас не меняется вообще. Адрес. Адрес в прямых эфирах у нас не меняется. Магнитогорск, привет. Привет, привет, привет всем. Милаха, спасибо. А я? Это тебе сказали, дочь, я просто за тебя сказала спасибо. Спасибо. Вообще, дочь, вот ни капельки, как это сказать, стеснения. Куда едете? Едем сейчас... Со свинкой фоткаться, но перед этим мы поедем в магазин к маме, надо отвезти товар новый. Да. Да, вся в меня, вся с характером, даже еще хуже характер. Вот. Блин, у меня волосы здесь растут, и это просто... Я вот думаю, это настоящие волосы, или это мои какие-то оторвались, обломались. Ты, доченька, супер, спасибо. Софийка красавица, спасибо. Спасибо. Зайка маленькая, да, маленькая. Праворукая, да не праворукая, леворукая. Машина это леворукая. Я никогда не сяду на праворукую, но если, конечно, это не будет какая-нибудь офигенная тачка. Спасибо. Так, Белоруссия, привет. Познакомиться с тобой. Что со мной познакомиться? Да, я знаю про верблюда Васю. Мне на самом деле его жалко, но я не понимаю блогеров, которые начинают... Конечно, спасибо, что начинают все у себя выставлять эту информацию, но когда-то начинают ныть, блин, как Маша Кахно, ну это вообще... Блин, мах. Ну, по-нормальнее можно как-то. А, когда вы меня увидите с моим молодым человеком, совсем скоро. Ты супер, спасибо большое. Где моя Елена? Уже давно все знают, у нее Тойота. Ну вот да, я не понимаю, постоянно один и тот же вопрос мне задается, какая у меня марка машины. Тойотка у меня сладенькая. А, приеду как-нибудь в Крым. Мой сын просит задать вопрос, какая марка машины. Ну ё-моё, ну ребят, ну Тойота, ну только что сказали. Так, как твои дела? Дела хорошо. Сейчас поедем, быстренько примем новый товар и поедем. У нас фотосессия Софии новогодняя у Дашеньки. Вот, со свинкой Пеппой. Настоящий. Сейчас кого-то кто-то замучает. Да, София? Нет. Ты не будешь мучить? Нет. Мама, скажи, это накажет, да, тогда? Так, Раф четвертый. Где доченька? Доченька сзади сидит, играется.
Ну давай ты там дерзкой не будь, ладно? Нигде она. Ты Дед Мороз, что ли? Выстави фото, как ты строишь у своей, стоишь машины. Проблема решится. Я думаю, проблема не решится, потому что у меня уже как несколько месяцев другой молодой человек, а мне все пишут за Костю, так что я думаю, проблема здесь не решится. Вот. Караганда, привет. Куда едете с дочкой? Едем сейчас на работу ко мне сначала. Давай ты такая дерзкая не будь, сейчас мама тебя закусает. Очень люблю тебя, спасибо большое. Блин, ладно, ребят, буду звонить Ленке, что-то она это потерялась у нас. Все. Потом уже выйдем в прямой эфир и уже с вами пообщаемся. Угу. О, вы можете сейчас в директ написать мне вопросы, на которые мне надо будет ответить. И я это сделаю. Угу. Еще раз. Бося, вот нас, Бося. Нет, здесь писить как это нельзя, Бося. Она не будет этого делать. Она этого не сделает уже. Ты точно этого не сделаешь, Бось? Нормально. После сна, как ребенок, как любое животное, после сна надо сходить. В туалет. У нас шикарная фотосессия. С Босей. Бося главный наш герой сегодня. Это ж мальчик, да? Девочка. А, ты Бося, еще и девочка. Господи, так у нее... Он укусил меня. Пробуй. Косточку прям. Бося! Нельзя кусаться, Босечка. Блин, да такой прикольный, да? Вот. Такие у нас сегодня... Ёлочка. Это наша первая локация, да, Даш? Да. Тима здесь у нас. Это я сегодня такая буду. Красивая, правда. Еле влезли, ну ладно. Это вторая наша будет локация. Уже голубенькая ёлочка. Вот. Это наши дети здесь вот. Будем начинать. А это моя личная самая любимая локация. То, что надо. Здесь есть все, да, дочь? Всем привет. Господи, вот люди, у них только одно на уме. Какая у тебя марка машины? И вот каждый эфир, вот какая у тебя марка машины? Rolls-Royce. Вот у меня. Мне подсказали, я не знала. Скажи, лимузины. Пошли лимузины. Кстати, вот кто в Калининграде, вот Дарья, как это, госпожа всех лимузинов. Вот. Не всех, но в Калининграде в основном все. Так, Бося, смотри, он радуется, однако. Она. Соф, давай смотри, давай первый кадр сделаем. Пойдем сюда. Садись сюда. Да, одни и те же. Вот такая у нас Софийка красивая. Масянечка наша. Боська здесь рядом с ней. Мама! Так, не кричи, чтобы Бося не боялась. Мордочку так раз и все. Да, Бося. Потому что есть мужчина,
Про этого Костю миллион вопросов. Да, у меня есть мужчина, другой, как говорится. Доча, Дашу, слушайся. Бося, нельзя. О, прям маленький ребенок у нас еще появился. Да. Фоткай, говорит. Вот такая у нас фотосессия классная. Ладно, мне тоже надо будет сейчас участвовать, так что будут сторисы. Да, это у нас такая свинка потрясающая, Боська. Все, ловите сторисы наши.